Все мы знаем Уильяма Шекспира, величайшего драматурга всех времен, автора 37 пьес, 154 сонетов и множества стихов. Зачем же мы собрались здесь сегодня? А если я скажу вам, что Шекспир не написал ни единого слова? Фильм Роланда Эммериха. Средь его слов. Между строк. Закрыта правда. Ты дух нашего времени. Ни одно из произведений не будет носить твоего имени. Этой осенью обещай, что сохранишь нашу тайну. Нас обвели вокруг пальца. Аноним. Скоро на экранах.